90-летие ведомственных газет «Сакшы» и «На страже» отметили в МВД. Это издание, которое рассказывает о работе полиции. В свет они выходили даже в период Великой Отечественной войны. С тех пор поменялись лишь названия. В торжественном мероприятии приняли участие журналисты, представители медиацентра, органов внутренних дел и пресс-секретари региональных департаментов. Самые активные среди них удостоились наград. Вы кропотливо ведете летопись казахстанской полиции, пишете о людях в погонах, которые, постоянно рискуя жизнью, охраняют спокойствие граждан и правопорядок в обществе. Сплоченному коллективу желаю всегда высоко держать профессиональную планку и новых творческих успехов.